Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с притчами мира. Притча называется «Компромисс». Однажды к Насередину пришли несколько будущих учеников и попросили его почитать им лекцию. «Хорошо», — сказал он, — «следуйте за мной в лекционный зал». Повинуясь приказу, все выстроились цепочками и пошли за Насередином, который сидел задом наперед на своем осле. Сначала молодые люди были несколько смущены этим обстоятельством, но потом вспомнили, что они не должны подвергать сомнению даже самые невероятные поступки учителя. Однако, в конце концов, они уже не могли сносить насмешки обычных прохожих. Почувствовав их неловкость, мула остановился и посмотрел на них. Самый смелый из них подошел к Насреддину. «Мула, нам не совсем ясно, почему ты сидишь на осле задом наперед?» «Да это очень просто», — сказал Насреддин. «Видите ли, если бы вы шли впереди меня, это было бы неуважение по отношению ко мне. А если бы я ехал спиной к вам, это было бы неуважение к вам. Таким образом, это единственно возможный компромисс». Вот такая притча. Она называется «Компромисс».